это значит? Я не могу иначе. Я пахну лишь тобой в глазах любовь. Ее не спрячешь. Иди ко мне, мой мальчик. Я пахну лишь тобой. Сәлем достар, қайырлы түн, жазғы кешті ұнататын ардақты жан-жақты көңілді көкшенің жалпы 4.0-дің көрермендері. Доброй ночи, дорогие телезрители и все, кто сейчас смотрит нас в онлайн-режиме на нашем сайте kokshetv.kz. В прямом эфире молодежная программа 4.0 и мой соведущий Мейрамбек. Және әрине әдеттегідей қопырып студияның сәлін келтіріп отырған Наталья. Наташа, очаровательно выглядишь. На тебя посмотришь, сразу уже видно, что заметно, что уже лето. И және осыған орай мен саған керемет сыйлық дайындадым. Өз ойымнан мен саған өлең жазып алып келдім. Послушаешь? Сұлуымай, сұлуымай, сұлуым. Сұлуымай, сұлуымай, сұлуым. Сұлуымай, сұлуымай, сұлуым. Сұлуымай, сұлуымай, Наташа. Көрдің ба, осындай тамаша әсерлі өлеңді мен саған арнадым, айтады ғой. Ең басты сыйлықтың қандайында емес, ең бастысы таза көңілде, ақпелде. Подарок – это возможность подарить людям радость. Подарком можно сказать то, чего не можешь выразить словами. Подарки дарили еще в доисторические времена. И одна из главных функций даров совершенно не изменилась, даже спустя миллионы лет. Лишь только несколько видоизменившись, дошла до наших дней. Но самое главное – не размер подарка и не его стоимость, а какие впечатления он производит на своего получателя. Тема нашей сегодняшней программы – «Презент. Путь к дружбе». Я, дұрыс айтасың, Наташа, және бүгінгі біздің жұма, әр жұма сайын сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлауға сығатын 4.0 бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы да осы тікелей сый-сияпат сыйлықтың төңірегінде болмақ. Біздің студиямызға хабарласып, жалынды сәлемдер жолдап, қызықты ақпараттарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Байланыс номеріміз 252505, және WhatsApp желісінде де қызықты сұрақтарыңыз болса, қоя аласыздар. Дорогие наши телезрители, напоминаем вам, что вы можете позвонить нам прямо сейчас по номеру прямого эфира 25 25 05.
Код для регионов 8716-2. Передать привет, поделиться своим хорошим настроением или же задать вопрос гостям нашей программы. Ну а мы готовы встречать первых гостей нашей студии. Пожалуйста, знакомьтесь, руководитель молодежного общественного объединения Терза Дмитрий и активист, блогер Кабулов Тимирлан. Привет, ребята! Я Ахмат Курмедер, өздеріңіз көріп танып отырған шығарсыздар. Бүгін бізде студияда қонақта Димон и Тима. Уже даже так. Как настроение, ребят? Отлично. Спасибо, что пригласили на передачу. Нам очень приятно сегодня быть в этой прекрасной студии. Расскажите нам немного о себе, чтобы зрители программы 4.0, которые вас не видели, например, на других программах, хотя вы у нас уже не в первый раз, расскажите, пожалуйста, чтобы они с вами познакомились. Я занимаюсь общественной деятельностью. В этом году, вот буквально, наверное, с февраля месяца начал думать над созданием программы по развитию молодежного движения. И моя команда подсказала мне, что сейчас очень мало тех людей, которые именно помогают развитию молодежи. Я задумался, что мы, молодежь новой формации, нужно помогать молодежи раскрыть свой потенциал, лидерские качества, и задумался над таким названием «Жена Урфак. Новое поколение». И мне Тима помог точно так же с этим названием, сказал, что это классно, да, я поддерживаю, давай помогай молодежи, я помогу тебе. И интересно получилось, и сейчас уже работаем по 6 направлениям. Мы готовим и дебатеров, и волонтеров, ведущих, организаторов, готовим вожатых в лагеря. Буквально недавно вот мы сейчас начали работать с детскими здоровыми клубами, со школами, с пришкольными площадками. И сейчас моя команда уже по всем школам пытается распространиться и проводить какие-то игровые программы. Помимо этого, я являюсь представителем детского движения Республики Казахстан в Центральном офисе управления программой Руханиджангру. Это точно так же повлияло на создание этого движения. И, в принципе, за 6 лет, что у меня опыт был в организации «Расулан», я думаю, что нужно передать это детям, которые подрастают, передать своим сверстникам, кто еще не всего достиг, поэтому... Так, Дима, сколько тебе лет? Ты сказал, что у тебя опыт уже 6 лет. Мне 17 лет, я в 11 лет начал этим заниматься. Я в 11 лет в войнушки играл. Я в 11 лет и в прятки играл летом, в догонялки, прыгали по гаражам, дрались палками, песком, кидались водой, но все равно это повлияло. И на площадь как-никак, на площади все выходили, и с площади все началось, с мероприятий, с выпускного. Это, я помню, первое мероприятие было, это выпускной. В 11 году я был барабанщиком, и оттуда все пошло. Да. Молодец. Тим, ну расскажи Тима. Немного о себе, да. Еще раз доброй ночи, спасибо большое, да, что действительно нас пригласили. Ну, сейчас я не прям таки сильный активист, потому что самое главное достижение мое – это то, что я теперь стал дипломированным специалистом. Да? Буквально 2 недели я наконец-таки получу диплом. Вот это самое главное достижение в моей жизни. Поздравляем. Вот. От всей души поздравляю. Желаю благополучия. Стих. Был, получается, волонтером кое-какой организации, очень много сделали добра, помимо того, активист. Ну, еще есть хобби увлечения, это то, что блогерство, сейчас это такая прям продвинутая тема. Снимаем блоги, мероприятия, которые проходят в городе, но самое главное, это челлендж, конечно, про спорт, потому что каждый день нужно заниматься, время у всех в любом случае есть, поэтому тренируйтесь, ведите здоровый образ жизни. Бізде осы жақында басталды, сенің басқа қырың деген, спорттық челлендж. Сен одан да ерте бастап кеттің, сол челленджді. Да, вот многие думали то, что челлендж начался, и Тимирлан все пошел. На самом деле было не так, челлендж уже был попозже, но я тоже собираюсь поучаствовать и, надеюсь, приготовлю кое-какое интересное видео. Я инстаграмда сенің парақшаң тамашалап жүрген көбісі күтіп жүрген шығар сенің зор нәтижелерді. Дәл қазір Наташа қарсы болмаса. Дорогие наши гости, уважаемые телезрители, 3 июня в нашем городе прошло открытие летнего сезона по стрит-воркаут. И наша съемочная группа была в центре события. Все внимание на экран. Доброй ночи, дорогие телезрители, доброй ночи, студия. Несмотря на плохую погоду, дождь и ветер, у нас здесь очень жарко. Проходит открытие летнего сезона по воркаут.
Ну а сейчас мы зададим пару вопросов организатору соревнований по стрит-воркаут. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про воркаут. Вообще, что это такое? Воркаут – это молодой вид спорта. В основном им занимается молодежь. В первую очередь привлекает тем, что это доступный вид спорта. Им может заняться любой желающий. Достаточно просто прийти на площадку и проявить желание. Расскажи, пожалуйста, как часто происходят такие соревнования и кто является организаторами? Такие соревнования проходят очень часто, чаще всего летом, потому что погода более лояльная к нам. И примерно в год может быть 3-4 соревнования. Данное соревнование проходит при поддержке ВАВА, Family Fitness, Спутку, Кокшетау, спортивное питание, а также Никафе и Евгения Лихачева, персонального тренера. И Казахстанской федерации стрит-воркаут. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня Эдик зовут. Как настроение? Нормально, отлично. Отлично, несмотря на погоду, да? Да. Все замечательно. Скажи, пожалуйста, ты первый раз становишься свидетелем данных соревнований? Таких, да. Ну, как, вообще я видел, что, ну, воркаут, что это такое. Как тебе вообще сегодняшнее соревнование? Отлично вообще, замечательно. Сам участвуешь? Не, ну, у меня здесь одноклассник участвует, я за него пришел. То есть ты пришел поболеть? Да, да, да. Что вы даете за эти призовые места? Награду или денежный приз? На данном мероприятии у нас есть призы. Это грамоты, дипломы, кубки и призы материальные. Подойдите, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, кто может к вам присоединиться и кто может принимать участие в соревнованиях? В соревнованиях может принять участие каждый. Присоединиться к нашей команде тоже любой, достаточно сдать норматив и все. А так любой желающий может прийти к нам на площадку и заниматься вместе с нами. Данным видом спорта может заняться любой желающий. Присоединяйтесь. Мы за здоровый образ жизни. С вами была я, Наталья. Передаю слово гостям в студии и нашим коллегам. Құрметті біздің арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы түн дейміз. Біз мінекей 4.0-де сіздердің патша көңілдеріңізде көтеріңкі көңіл күй сыйлауға әрдайым дайынбыз. Естеріңізге сала кетейік, бізде қонақта Көкшетау қаласының жаңадан жанып жатқан жарқын жұлдыздары Тимурлан Кабдолов, сонымен қатар просто красавчик Димон. Доброй ночи всем тем, кто только что к нам присоединился в прямом эфире программа 4.0. Ну а мы продолжаем беседу с нашими интересными гостями. Тимурлан, мен саған мынандай сұрақ. Әлеуметтік желіде, Инстаграмда сені көбісі біледі, мен де өзім саған қосылған оқиын парақшаңда. И көп жағдайларда сен әртүрлі осы белсенділердің, Көкшетау қаласының белсенділерінен сұхбат аласың, жаңағы қызықты сұрақтар қоясың. Ол жұмыстарың қазір қалай жүріп жатыр ма, әлде алдағы уақытта тағы да жалғасын табады ма? Ну, в последние 2 недели немного все остановилось, опять же, в силу учебы, потому что прям куратор мой просил, да сдай ты наконец-таки эти экзамены, получи свой диплом и вперед дальше иди. А так, да, для меня очень на самом деле важно, чтобы ребята раскрывали свой потенциал. И мне кажется, не, как бы не обязательно ждать, пока они станут звездами. Уже сейчас можно их поддерживать, чтобы они верили в себя и шли дальше. Поэтому вот был еще проект, помните, да, вот «Добрый ящик». Это была идея девушки по имени Мадина, она молодец, что она его реализовала. Потому что многие сейчас ей звонят, приносят вещи, потом мы ездим по семьям, тоже помогаем. И вот всех волонтеров, абсолютно всех активистов поддерживаю, пускай ребята тянутся к активному образу жизни и помогают другим. Спасибо большое, Дим. Вопрос к тебе. Значит, возвращаемся в твои 11 лет. Тебе 11 лет, ты играешь где-то с ребятами. И как так получилось, что ты стал, влился вообще в это общественное молодежное движение? Да, вот упал один раз. Это было очень интересно, потому что в школе это был конец 4 класса, лето, каникулы, мне позвонили, сказали, что хотим принять тебя в ряды Жасулана. Я знать такой не знал, и мама сказала, да, хорошо, мы согласны, конечно, без проблем. Были репетиции очень часто на площади с участием Акима области. Пришел я на площадь, еще заставили читать эту клятву жасулановскую, и среди всех один я читал клятву на казахском языке. И до сих пор школа этим гордится, потому что единственный из всех учащихся, кто читал клятвы. Мне завязали галстук, я понятия не имел, что это такое.
И уже когда пришел в пятый класс, начал как-то что-то читать, как-то готовиться, ходить на мероприятия. И, у нас председатель раньше был Мирам Ексерикович Джасулан, и на первом мероприятии мы с ним познакомились. И уже, наверное, мне исполнилось 12 лет. Вот летом, когда меня приняли, 6 июля приняли, 30-го мне исполнилось 12 лет. И пошли на мероприятие в президентскую школу 13 декабря. И оттуда уже пошло официальное принятие, то, что был принят, стал уланбасо школы, и оттуда пошло уже все движение. Но вначале была эта работа в детском движении республики. А каковы цели и задачи вашей молодежной организации? Ну, я хочу развить в детях потенциал. Я в свою команду набираю абсолютно всех. Сейчас у меня мой штаб – это в основном 9 человек. И сейчас ближе к учебному времени, ближе к концу лета я буду набирать еще детей, потому что желающих очень много. Потому что не все профессионалы готовят дебатеров, вожатых, ведущих, волонтеров, поэтому организаторов, потому что организаторские способности, мне кажется, это основная задача, которая должна быть у каждого человека, поэтому и детям это интересно, потому что мы преподаем детям, потому что, во-первых, мы почти их ровесники, и исходя из своего опыта, в силу своих знаний, мы преподаем как-то на понятном языке для детей, и им это интересно, и нам интересно с детьми поработать. То есть абсолютно бесплатно? Да, абсолютно бесплатно. В центре внешкольной работы АУЛЕТ, на базе 16-й школы точно так же. И места всегда у нас есть Инстаграм, жена Урфак, поэтому подписывайтесь. Я, Темурлан, я вам сам сразу. Сен өзің әлеметтік желді өзіңді түсірген кезде жейін ұстайсың, еркін ұстайсың, кәдімгі жақсы тиянақта, нақта қалып түсіндіресің. Өзіңді 5 жылдан кім деп санайсың осы әлеметтік желіні шулатуды, қызықты видеолар салуды әрі қарай жалғастыру ойыңда бар ма, әлде мамандықты боласың ба? Вообще блогинг, сами знаете, да, эта тема такая интересная, сейчас особенно прям в тренде, можно сказать. Но для меня это в большинстве случаев и хобби, и некое такое предназначение. То есть как я могу, да, реализовать, помочь молодежи? Можно это сделать через Инстаграм, можно это сделать через другие социальные сети. Поэтому, а так, я надеюсь, что я осуществлю свою мечту, и я хочу открыть свой центр, где я смогу помогать уже молодежи, если у них есть какие-то психологические проблемы, потому что самая любимая наука в моей жизни – это психология. Я сам, знаешь, такое... низкий уровень самооценки, сам себя менял, поэтому не хочу, чтобы такой ситуации никто больше не попадал. Самая сложная борьба – это борьба с самим собой. Да. Я парашаға кіріп қалсаң, это мотивация беретін дүниелер саласың, а өзіңді не жетелет сен алға? Что тебя мотивирует? Для меня абсолютно вся молодежь, я на них смотрю не как на сверстников, а как на чьих-то детей. То есть он чей-то сын, девушка, чья-то дочь, я хочу, чтобы их родители ими гордились. Для меня это очень важно. Если они побеждают, значит, я побеждаю. Плюс у меня есть своя родня, у меня есть две сестренки. Всегда самая главная мотивация для любого человека – это семья. Люди должны это понимать. Не нужно никуда бегать, искать там людей. Вот твоя семья, ты можешь сделать ради них, становись лучше, показывай пример. Жақсы, Темірлан. Жалпы өзім мен сен жеке тұлға ретінде өзім ризам. Салауатты өмір салтын насихаттап жүрсің жастардың арасында. Сол салауатты өмір салтынан алыстамайық. Мен өткенде ғана өзіміздің жерлесіміз Мерген Билялов дейтін. Да. Батыр бар. Соның жекпе-жегін көрсеткен болатын. Содан сәл пәл үзінді тамашалайық. Арнайы барып түсіріп келген болатынбыз. Сіздер де экраннан алыстамай біз өмірге тамашалаңыздар. Не переключайтесь. Сәлем достар, қайырлы кеш. Студия бізді дәл қазір Евразия мейрамхана кешенінде көрсетіліп жатқан кикбоксинг К1 бойынша жекпе-жекті тамашалаудамыз. Аталмыш жекпе-жекте байрақты бәсекеде өзіміздің жерлесіміз көкшетаулық Мерген Билялов бақ сынасып қазақ елінің намысын қорғау үстінде. Сол себептен бірге бізде өзіміздің қолдауымызды танытқалы келіп отырмыз. Дәл қазір менің жанымда сол Мерген Биляловпен бір болып көлемде шыныққан, жаттыққан досы, өмірлік жолдасы десек те болады. Құрмет мырзамен сұхбаттасу бақытына кенеліп отырмыз. Құрмет, қайырлы кеш. Жалпы Мергеннің жеңісіне сенім артасың ба? Да, по-любому я уверен в его победе. Также мы все верим в него. Как Мерген, мы с тобой, мы верим в тебя. Конечно, мы желаем тебе победы. Также весь город, большинство города пришло поддержать тебя. Давай, Мерген, мы за тебя. Мерген, құрмет, көптенгі рахмет. Раз мен де бізде барлығымызды Мергеннің жеңісіне шүбәсіз сенеміз, өйткені ол біздің жерлесіміз. Барлық көкшетаулықтар, достар, жастар, сіздерді Мергенді қолдауға шақырамын. Бізбен бірге болыңыздар.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, эфирде өздеріңіздің сүйікті жастарға арналған 4.0 бағдарламасы, өздеріңіздің сүйікті жүргізушілеріңіз Наташа, ты моя сердце и душа, сонымен қатар Миранбек. Я бізде бүгін студияда қонақта Тимон и Димон. Қош келдіңдер, тағы да сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Бұл жігіттер Көкшетаудың белсенділері, орақ тілді, отауызды азаматтары. Тима, ты как личность, ты вообще красавчик. Рахмет. Вот Алла қаласа, дипломыңды алсаң, қызыл ма дипломың? Жоқ. Көк па? Көк. Ничего, боя аламыз. Мәселе... У него слишком много дел, понимаешь, он и блогер, и там, он и там, он успевает, поэтому это нормально. Өте дарынды жігітсің, талантты жігітсің. Дипломды алғаннан кейін, Алла қаласа, мектепке жұмысқа кіру ойында бар ма? Ойымда жоқ, шын айтсам, өйткені өзіңіз білесіз ғой, қанша актив болдым, мероприятие бар, бірақ білім жағынан сапасы енді төмен. Шын айтқанда енді, ашық айтқанда. Жоғарылатып оқу ойында бар ма? Барам, Алла жаса, педагог-психолог. Өзіңіз білесіз, мұнда университеттер бар, сондықтан жол ашық, экзамендер алда. Ең басы талап болу керек, ұмта болу керек. Бәрекелді. Ребят, вот тема нашей сегодняшней программы – президент путь к дружбе. Вы вообще сами любите дарить подарки? Конечно. Да? Расскажите, как у вас с этим делом? Как часто дарите подарки? Да, как часто дарите подарки? Не, вопрос, мне кажется, по-другому. Как часто вы стипендию получаете? Можно я начну, да? Я просто. В общем, можно говорить о личной жизни там? Конечно, если хочешь, да, с удовольствием послушаем, мы такое любим. Вообще есть у многих пар такая проблема, особенно если они студенты, то, что все, у парня денег нет, там, как вы говорили, стипендий нет, но можно всегда что-то либо придумать. Я сейчас вспомнил свою первую любовь в 17 лет. Угу. 17 лет? Да, все у того, что творческий человек, ты сидишь всю ночь, ты там делаешь какие-то рисунки, хоть ты и не художник, но ты даришь их, и поэтому люди правы, когда они говорят, что дело действительно не в деньгах, а в этом какую-то душу вложил в этот подарок. Когда ты даришь этот подарок, естественно, что девушка такая думает, ну молодец, все своими руками сделал. Какая шикарная история. Ең басы... А в итоге расстались. Өзінің, Наташа, ең басы подарок сделан своими руками. Конечно. Этот подарок посвящаю я тебе. Это волк. Какой шикарный волк. Никогда такого не видела. Подарки. Ну, наверное, для всех учеников это первая задача, это когда приходишь в школу, учебный год, и начинается день рождения и тому подобное, и всегда думаешь, что бы подарить. И в связи с тем, что друзей много, знакомых много, нужно что-то придумывать. И порой бывает, сам придумываешь, а иногда как-то идешь, покупаешь какой-то браслетик, потому что мне вот браслет подарили, я до сих пор его ношу. Вот. И бывает, что даже когда идешь куда-то на встречу, очень долго не видел человека, хочется что-то ему подарить, даришь небольшой подарок, он тебе в ответ. И мне кажется, правда, что вы сказали, президент путь к дружбе. Это... А вот вы считаете правильно, что вот таким образом мы иногда пытаемся расположить к себе людей? Что-то дарим, и тут... Через подарок? Как вы считаете? Ну, почему бы нет? Если бы он казах... Игорь, казах посылал злости. Это нормально, да? Так должно быть. Мы, казахи, даже когда в гости идем, с коробкой шоколадом идем. Вообще, подарки, я считаю, то, что дарить надо, потому что все равно это же внимание, какое-никакое, не важно, действительно, какой подарок купленный или ты сделал это своими руками. Важнее всего внимание. Все. Точка. И впечатление, да, какие? Да. Если мне халган, то сонда ерекше сыйлық бар ма саған? Или сен өзің армандап жүрдің, есте алған сол армандаған сыйлығыңды әкеліп берді. Вот, как видите, у меня на руках часов нет. Но я всегда, в принципе, думал, что ладно, часы как бы не нужны, так похожу и никогда себе сам не покупал. Но подарок все-таки в виде часов мне был как раз-таки от девушки, и это для меня было действительно очень приятно. Потому что она говорила то, что аксессуары мужчине обязательно нужны. Угу. Вот такой был приятный подарок, я носил и листал. А где эти часы сейчас? Все, они дома. Сломались. И мы расстались. И мы расстались, да, как раз. Димон, у тебя есть такой подарок, который вот запомнился тебе? Подарок есть. Мне дарили портрет, но, правда, где-то отдыхали. Я не помню, где его оставил, но было приятно, потому что это друзья подарили портрет, который был заказан. И его, по-моему, в Астане даже где-то рисовали граффити или граффитом, по-моему, рисовали карандашом. Это было классно, приятно и в рамке оформлено, это круто.
И ты его где-то оставил? Я его оставил где-то, не помню даже где. Получается, часто его с собой таскал? Нет, не получается, что это был день рождения, и его подарили, я где-то его оставил. А Наташа, у тебя есть такой подарок, который запомнился тебе? Ой, есть, но я о нем не расскажу. Это очень личное. Вот. Ну, конечно, есть. А у тебя расскажи. У меня есть, но мне еще ее не подарили еще. Ну, на тему подарков можно говорить бесконечно. Я хочу спросить про ваши цели, потому что вы такие целеустремленные, молодые ребята. Я думаю, целей у вас, наверное, огромное количество. И они грандиозные тоже. Делитесь с нами. Ты. Да, ну спасибо. Ну, у меня, во-первых, первая цель, это моя цель, это, во-первых, помочь моим друзьям, которые сейчас в моей команде, это непосредственно мои друзья, помочь им с поступлением в высшее учебное заведение. Это одна из целей. Вторая цель у меня – это самому, конечно же, поступить. И давно моя мечта, наверное, стать журналистом. И в связи с тем, что у нас в городе пока нет таких факультетов, я думаю, сейчас закончить факультет филологии и потом в дальнейшем перевестись и устроиться или здесь на телеканал, или в Казмедиа-центр, где это, правда, шикарная идея и цель, поэтому… Ну, мне кажется, у тебя дамы есть, вот ты красивая. Ну, спасибо. Просто, видите, я 2 года подряд веду мероприятия, в основном официальные. Это какие-то, пишу сам сценарии, придумываю, организовываю, когда… И я знаю, что людям нужно. И многие из ведущих, хорошие ведущие, вот вы, например, тоже, есть ведущие те, которые не знают, что хочет народ, что они хотят услышать, а есть те именно, которые знают, как сказать, как подать себя, как стоять на сцене, чтобы люди улыбались, смотря на тебя, и слушали внимательно. Режиссеры. Да. Будущий телеведущий. Тима, как у тебя дела с целями? Моя вообще главная мечта, которая превратилась в цель, это связать свою жизнь с психологией. Но, к сожалению, когда мне было 15 лет, там не было возможности поступить, да, связать свою жизнь с медициной. Но теперь есть, потому что уже есть диплом, дальше выше, и вот так можно потихонечку пробираться. Естественно, открыть свой центр, о котором я уже говорил, и помогать молодежи выбираться из сложнейших жизненных ситуаций. Для меня важно, чтобы наша казахстанская молодежь развивалась. Но если я сам не смогу быть примером, если я сам не знаю этого пути, что я могу дать? Мне нравится хоть твоих мыслей. Хорошо, енді Темірлан, Димон, сендерде мынандай мүмкіндік бар. Көгілдір экранның ар жағында сендерді тамашалап отырған көрермендерім, достарым бар шығар, соларға жалынды сәлем жолдап, жайдары көңіл күй болуға мүмкіндіктерім бар. И своим подписчикам тоже как-то. Пожелайте что-нибудь нашим телезрителям, друзьям, родным. Передайте привет. Какую камеру смотреть? Неким нашинши камера қараңыз. Ну, я желаю всем вам самое главное, конечно же, здоровья и веры в себя. Никогда в жизни не сомневайтесь в своих силах, потому что абсолютно любой человек может раскрыть свой потенциал, и он есть у каждого. Нет человека такого, у которого нет таланта, и он у вас тоже есть. Поэтому вам удачи, а моим подписчикам привет. Заходите уже сегодня, потому что сегодня будет новый пост о сегодняшнем эфире. Ну, я хочу пожелать, прежде всего, это главное, достигайте своих целей, если поставили цель, добейтесь ее, потому что, несмотря кем бы мы ни были, у нас всегда должна быть цель, должна быть мечта, мы должны воплотить эту мечту в реальность, потому что для каждого из нас наше будущее, и как говорят, что твое завтра начинается сегодня, поэтому действуйте сегодня, решайтесь, что-то делайте, несмотря каких бы проблем у вас ни было, самое главное, что у вас есть вы и ваш потенциал, ваши силы. Спасибо вам огромное, ребят. Я смотрю на вас и просто восхищаюсь. Мы, в свою очередь, желаем вам достижения всех целей. Пусть все ваши цели и планы осуществятся, все, о чем вы говорите. Я думаю, что нашему городу есть кем гордиться. Арине, Наташа, Темірлан, Дима. Жалпы, қазіргі кезде әлеуметтік желіде болмайтын нәрселер көп. Маған сендердің жалпы осы істеп жатқан әрекеттерің ұнайды. Сол себепті айтады ғой, болмасаң да ұқсап бақ дейді. Сол себепті болмасақ та ұқсап бағайық, түзелейік, кейінгі ұрпаққа, інілерімізге, қарындастарымызға жақсы нәрсе үйретуге тырысайық. Жалпы алтын уақыттарыңды бөліп келгендеріңе көптен көп рахмет. Алла қаласа тағы да осы студияда сендермен жолығамыз деп ойлаймын. Ол кезде сендердің жеткен жетістіктерің бұдан 10 есе көбейе берсін. Рахмет. Ал біз өз кезегімізде бағдарламамызды әрі қарай тамаша жарнамамен жалғастырамыз. Да, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, дорогие телезрители. Среди миллионов планет.
планет во Вселенной только одна наполнена жизнью – наша Земля, с момента зарождения которой обмен информацией всегда играл важную роль в развитии человечества. Научные открытия, исторические факты, спортивные достижения и многое другое на экранах ваших телевизоров в любой точке Казахстана. Более 120 теле- радиоканалов в цифровом качестве. Свыше миллиона казахстанских семей выбрали ОТАУ ТВ. Присоединяйтесь и вы. Доброй ночи всем тем, кто только что к нам присоединился в прямом эфире программа 4.0. Тема нашей сегодняшней программы
Презент «Путь к дружбе». Ну а мы готовы встречать следующих гостей нашей студии. Наташа, дұрыс айтасың. Біздің студиямыздың келесі қонақтары Көкшетау қаласында орналасқан Ақан Сиратындағы Көкшетау мәдениет колледжінің студенттері, болашақ режиссерлар, педагогтар, ұйымдастырушылар, таныс болыңдар, келбетті сымбатты жігіттер, Қуаныш және Ерден, серцеедтер. Привет, ребят, как ваше настроение? Саламатсыздар ма? Көңіл күйіміз күшті, керемет. Сол аузымызды ашып келіп тұрған жайымыз бар. Қабыл болсын, қабыл болсын. Жақсы, жалпы бүгінгі біздің тақырыптың сыйлық, сыйластық, сый-сияпат. Осы тақырыпқа көшпес бұрын, алдымен өздеріңмен жақынырақ танысып алайық. Қуаныш, сен өзің туралы саған ақпарат айтып кетсең. Мен есім Қуаныш, Қызылорда қаласында туылған, Қызылорда қаласы Қазалы ауданында. Сол осы жақта оқып жатырғаныма 3 жыл болды. Керемет ұнайды, келгеніне өкінбеймін, керемет қарсы алды, керемет қала бір сөзбен. Сол осыла жетеді. Адам болатын бала болсын. Да, точно. Ерден. Мен солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Жаңаауыл ауылына. Жас, иә, Ақжар ауданы, білеміз, батыстан Қызылорда, мен өзім батыстан дейтінмін, Наташа. Да. Түсініп отқан жоқсың. Жақсы, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Қуаныш, Ерден, режиссура мамандығы, былай қарасаң, жалпы көшеде достарыңа біреу айтсаң, бәрі режиссер деген эмоциямен. Режиссура мамандығы неліктен таңдап келді және қыр сырын түсіндіріп кетсеңдер біздің көрерменге. Режиссер деген кім ол? Жасыңыз үлкен ғой. Режиссер деген. Ереке дегіз. Ереке, жасыңыз үлкен. Негізі, иә, көбі таңғалып жатады біздің мамандықты айтқанда. Қиын емес па, қалай оқып жатсыңдар деп. Енді уақыт көрсетеді дейді ғой, және де өзіміздің осы бізге білім беріп жатқан ұстаздарымыздың арқасында тереңірек осы мамандықты меңгеріп, менің өзім жалпы осы оқуға түскенде режиссура мамандығынан ешқандай хабарым болған жоқ, жай ұйымдастырушылық жағынан болды да, ал не жағынан болған жоқ. Сосын осында келгесін осы өзіміздің ұстаздарымыздың арқасында және де мастерларымыздың арқасында осы режиссура мамандығын терең меңгеріп қазіргі таңда осы білім алып келе жатырмыз. Уважаемые наши гости, вынуждены вас прервать. У нас есть подключение от наших коллег. Жақсы, ендеше кезекті сол әріптестеріміздің дене сюжетіне берейік. Посмотрим, что они приготовили для нас в этот раз. Спасибо, коллеги! Доброй ночи, дорогие телезрители и гости! Сегодня мы находимся в фитнес-центре «Фортуна» для того, чтобы узнать, насколько же наша молодежь заинтересована в занятии спортом. Сейчас мы возьмем интервью у молодежи, которая здесь занимается в этом фитнес-центре. Привет! Здравствуйте! Как ты себя чувствуешь? Отлично! Как долго ты занимаешься в этом фитнес-центре и видишь ли ты результаты? Занимаюсь с начала нового года. Результаты, да, видны. Ну, не такие, конечно, как хотелось бы, так как я занимаюсь совсем недавно, но результаты уже налицо. Себя чувствуешь? Здравствуйте, отлично. Как ты вообще пришла в этот зал и почему именно этот зал? Пришла я сюда по отзывам. Очень много знакомых ходят в этот зал с работы, рекомендовали его друзья. Здравствуйте, Айгерим. Не могли бы вы рассказать более подробно о вашем фитнес-центре? Здравствуйте. Наш фитнес-центр работает уже почти второй год. У нас всего два зала, есть кардио и силовой зал. А много ли вообще у вас посетителей и людей, которые ходят к вам уже с первых дней открытия вашего фитнес-центра? Да, конечно, у нас много посетителей именно с открытия. Они уже приходят к нам как второй дом для них. И, в общем, сейчас тоже новые есть абонементы. Новые клиенты. Спасибо, Айгерим, за подробный рассказ, а мы продолжаем.
Ну что ж, дорогие телезрители, сегодня, побывав в фитнес-центре «Фортуна», мы узнали, насколько же спорт популярен и важен в жизни нашей молодежи. Никогда не стоит забывать о том, что в здоровом теле здоровый дух. Я передаю слово нашим коллегам. Я қымбатты көрермендер, дәл осы сияқты келелі келеңе кеңестер, қызықты ақпараттар бізде Наташа екеумізде көп. Я айтшы, Наташа, айтшы. Я бы? Да. Я. Да. Жақсы. Ал біз өзіміздің сұхбатымызды әрі жалғастырайық сөз дегенмен. Да, мы готовы продолжить диалог с нашими гостями. Куаныш, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал профессию режиссер? Режиссер, негізі Станиславскийдің бір сөзі бар, осы Станиславскийдің өзі де режиссер. Режиссер өмірді жасаушы күш деген. Яғни менің ойымша, ол режиссер өте жауапты мамандық, өйткені оның әр істеген жұмысы ол халықтың алдына шығады. Ал халық ол, яғни түсінікті әрі қарай көреді, оның мәдениетін дамыту керек адамның. Сол сияқты негізі актер болам деп армандап келдім, бірақ актер да режиссер да осы Ахан Сиратындағы мәдениет колледжіне келген соң солай айтты, режиссер мамандығына түссең актерға да жақын деп. Сосын келдік, түстік, сосын содан кейін барып таныса бастадым осы мамандықпен. Өте қиын, ауыр мамандық, өйткені қаншама адамдардың біріктіріп басын қосып солармен бір ойлы бір нәрсе шығару керек. Оны дәл сол істің мамандары тексереді, сосын бағалайды. Сенің өзіңнің идеяң, ойың бүкілі оларға ұнаса, халыққа ұнаса, ол жетістік шығар. Халық алдында жүретін жұмыс болғандықтан сенің өнеріңді бағалайтын халық, одан үйренетіндер де бар, кері әсер алатындар да бар. Сын өздері айтады. Ну, вернемся к теме нашей сегодняшней программы «Презент. Путь к дружбе». Расскажите, любите дарить подарки? Или любите получать? Негізі алғанды да жақсы көреміз. Получать все-таки, да? А сами вообще, какой самый необычный подарок дарили кому-либо? Может быть, девушке или своим близким? Мен алдырып берейін, какой вы подарок дарили своим? Сол, қызға берген сыйлық шығар, бір ерекше болған. Бұрында бір қызыма берген сыйлық. Не бердің? Сол шоколад. Мәссаған. Необычный. Қадырдың ғой қуанышы. Шоколадты еске салды. Өзім істедім, өзім істедім. Өзің істедің. Шоколад өзім сол ерекше болып тұр. Да, романтика негізі. Еще сыртына сникерсте жазған. Жаз, ертең сенде сондай есіңде қалған сыйлық бар ма? Жоқ, жалпы менде ондай не деген сыйлық қалмапты. Кейбір жігіттер болды, қыздарға сыйлық жасағанда ондай қатты ұнатпайды. Мен сыйлық жасамаймын деп сендер ондайлардың қатарына емессіңдер ме? Жоқ, сыйлық жасамаймын емес, реті келгенде жасап тұрамыз. Былай реті келгенде айтпесе былай бостан басқа деп мүмкін құтырып кетуі мүмкін дегендер болды. Вы хотите сказать, что даже звезду ни разу не дарили девушке? Вы же творческие личности. Вот эти все звезды для тебя, моя любимая. Ты так не делаешь, Мирамбек? Я делаю, потому вот что все бесплатно. Дери. Бәрі сап. Жақсы, енді жігіттерді қатты қинамай қой, бұндай сұрақтармен. Енді сый сияпатты алған да жақсы, берген де жақсы. Ең бастысы шын көңілден берген жақсы. Мен шын көңілден алған жақсы. Жақсы жігіттер, енді режиссура мамандығында жүргендіктен сендер жан жақтысыңдар, сарласыңдар, өнерлерім бар. Экзамен, емтихандар тапсырып жатсыңдар. Қалай болып жатыр жалпы емтихандар? Жақсы болып жатыр. Негізі бүгін бірінші емтиханымызды тапсырдық сахна тілінен. Жақсы бағамен, жақсы көңіл күймен қайттық. Алда әлі 4 экзаменіміз бар біздің болашақта. Және де осы режиссер мамандығының осы соңғы емтиханымыз осы режиссер пәнінен болады. Соған бір жақсы дайындықта жүрміз қазіргі таңда. Не тапсырасыңдар режиссер пәнінен? Сол режиссер пәнінен пьеса деген нәрсе, яғни үзінділер. Мысалға Мұхтар Әуезовтің сондай үзінділер шығармаларынан үзінді оны сахнаға шығарамыз, сосын өзіміз қоямыз, кейбіреулерінде өзіміз ойнаймыз. Бір группаның ішінде әртүрлі актер боламыз, режиссер да боламыз, биші де боламыз, әнші де боламыз. Барлығын біріктіргенде режиссер болып шығамыз. Иә, жалпы мынау режиссердің бойына бәрі сияды. Режиссер он все стороны. Да. Иә. Бүгін сендерді студияға қонаққа келеді деген кезде сендер бүгін экзамен емтихан тапсырып жатыр деді. Қалай болды емтихандар? Қандай пәннен тапсырдыңдар? Сахна тілі, яғни тілге байланысты осылай анық сөйлеу, дикция, дауыс, поэзия оқып, сосын үзінді оқып, сол экзаменді тапсырды. Поэзия туралы естігім келіп отырған жігіттер, қолқа салайық, бір поэзия оқып беріңдер, махаббат туралы. Бағанағы қызудан таймай,
әрқарай жалғастырып, сен бір төрт жыл, сен бір төрт жыл, екеуім, сосын бір-біріңе оқыңдар. Қуаныш, сенен бастайық бір поэзияны аңдаса. Бүгін экзаменде оқыған поэзияны барлығын оқиын ба? Бір шумақ па? Бір шумақ бір шағын. Неше алдың оны оқып? Әл бағасын айтқан жоқ. Айтқан жоқ па? Қазды айтамыз саған. Күліп тұрып, алдыңда жылап тұрдым. Құлқым соқпай, тіршілікті құлақ құрдым. Сен деп шыққан сезімнің биігінен жүрегімді жұлып алып лақтырдым. Жалғасын өйім бе? Молодец. Сен лақтыр жүрді бол. Пятерку получил. Сіз өзіңіз бір куплет. Иә, бір куплет жазды. Сен бір куплет найдық көзі. Сен де бір куплет. Сосын екен қосылып айдыңдар. Жақсы. Сенесіз бе? Сағындым сізді көрмей. Үмітім мен күй кештім үздігердей. Сіздей тәуір жаныма жақын тұтам. Бәлкім жақсы көрерсіз күзді мендей. Бәжіркін ап, төрт жолы оқыған бір түрлі екен, сонда да ар жағын түсінбей қаласың, е? Наташа, ол подарки жазмай, например, поэзия, вот, о любви, жігіттер, о любви, это тоже можно қыздарға, можно подарить поэзию, да? Сендер өздерің осы поэзияларын қыздарға оқып көріндер ма, осы өнерлерін пайдалан, жаңа қыздың алдында? Вместе с шоколадкой. Шоколадка и стих. Жоқ, мен оғызға сыйлық берген кезде, мен әлі оқуға түспеген едім. Иә? Сен оқуға түспей тұрып шоколад жасаумен айналысып келесіш. Ребят, можно вопрос по вашей профессии? Расскажите, вы сами планируете в будущем какие-то организовать интересные проекты? Вы же все-таки режиссеры. Есть какой-то интересный проект, который вы будете в будущем делать? Бізде сценарий шеберлігі деген сабақ бар. Яғни бізден идея сұрайды біздің мұғалімдеріміз. Өйткені сендер жастарсыңдар, сендерден жаңа нәрсе шығу. Креатив. Иә, бір жастарға бір драйв сыйлайтын, көңіл күй сыйлайтын. Сол кезде біз әртүрлі сценарийлер жазамыз, идеялар. Бірақ ішінен ұнағанын алады ғой енді. Иә. Мысалы, концерттер, мерекелерге арналған. Ондағы жаңа пролог, тек қана жаңа жүргізуші шығып, ән айтып, би биленсе ол қызық емес. Сондықтан басына бір жаңадай қазір көп қой, мысалы, флешмоб көп деген адамдардан солардың барлығын біріктіріп, сондай бір жақсы сценарийлер шыққан кездер болған. Бірақ дәл өзімізге бірандай өзіміз авторлық болған жаңағы бағдарламаларды дәптерде жазулы тұр, бірақ олар дәрғазір есімізде жоқ. Есімде жоқ өзімнің. Бірақ енді болашақта Алла қаласа осы колледжді бітіргеннен кейін осы мамандықтарға жалғастырасыңдар ғой. Жалғастырамыз деген ойдамыз енді Алла қаласа. Әрине, өйткені сендердің мамандықтарың өте керек қазір қоғамға. Рухани жаңғыру болып жатыр. Сендер халықтың рухани көзісіңдер. Сендерден алып рухани байлық алады халық. Болашақта жалғастырасыңдар. Жоғарылатып оқу орнына түсу дейтін жоспарда бар ма? Жалпы бар. Менде бар. Қай жерде оқыған жақсы деп ойлайсыңдар жалпы? Негізі Алматыда өнер азаматтарының барлығы түсінеді деп ойлаймын. Ол өнер университеттері Қазақстанда ол екі дана ол шабыт, сосын жүрген Алматыдағы жүрген академия, сосын иә Қазақ ұлттық өнер университеті Астанада. Енді өзім Алматыға барғым келеді. Жүргеновке. Иә, Жүргеновке. Өйткені ол мына театр өнерінің қаймақтарының бүкілі сол жақтан шыққан. Жаңа Асанәлі Әшімов сол жақта мұғалім қазір әлі күнге дейін. Сосын мына Астана қаласындағы жастар театрының директоры Нұрханат Шақпай. Нұрханат Шақпай Қазақстандағы ең мықты театр режиссері деп өзім солай санаймын. Өйткені Астанадағы жастар театрына барған сайын өзімді бұрынғыдан да дамытып келемін. Көрем сахнада, олар керемет жұмыс істейді. Сол мен өзімді дамыта аламын. Олардан былай кейде бір нәрсе аламын өзіме. Сосын оны осы жаққа алып келіп, оны өзгертіп кішкене мұғалімдерге көрсетемін. Сонда, Қоныш, сен болашақта режиссер емес, актерлық жағын алып жүрген деп ойлап отырсың ғой? Актер болғым келеді. Актер болғым келеді. Сен нерде? Мен де сол актерлық жағын. Менде кино актері жағына кішкене. Кино актері. Иә. Арман қала Алматы дейді ғой, неге сол Алматыға құмарланып отырмыз. Бұйырса Алла қаласа, сол оқу бітірген ең Алматыға жол тартамыз деген ой болып тұр. Енді қазақ киносында, қазақ сахнасындағы қайбір саңлақ болсын, барлығы сол жерден ауыздықтанды Алматы қаласында. Жақсы, бастамаларыңа тек қана сәттілік тілеймін. Әмин. Иә, бұйырса ертең сендерді үлкен сахнадан көріп жүрейік. Қандай рөл ойнағың келеді, айтшы Қуаныш? Актердің бір өзінің дайындалып жүретін рөлі болды, мысалы үшін біреу ханның рөліне дайындалып жүреді, біреу батыр болып жүреді. Сердцееда. Скорее всего. Ерге бірінші жауап бересіңші. Намаған жық болып жаңағы қасты бүйтіп тастап. Негізі маған осы батырлық сондай нелер ұнайды да, тарихи көне шығармалар. Соларда бір батырдың, ханның рөлін ойнағандар.
өзіме жақын кішкене келеді да, комедия жанрына қарағанда маған кішкене осылай өзімнің тарихи драмалар ұнайды. Маған классика ұнайды көбінесе. Уильям Шекспирдің Ромео и Джульеттасында Джульеттаның ағасы Тибальт ойнаған көледі. Тибальт. Ты знаешь Тибальта, Наташ? Нет, я не хороший знаю. Хороший парень. Хороший парень? Познакомишь? Или его уже нет? А в твоем представлении, как ты представляешь вот, режиссера, например? Вот, какой потом давался режиссер, давайте, благо, вау, фильмы. Вот так и представляют и наши будущие режиссеры. Молодые, креативные, красивые. Я. Так? Көрдің ба, қыздар сендерге ғашық болады. Режиссерің деген өте тамаша мамандық қой, былай қаласа. Жақсы, ұжымдарыңда, топтарыңда қыздар көп па, ұлдар көп па? Бізде қыздар жағы көп. Қыздар жағы көбірек, е? Екі қызға көп. Екі қызға көп. Енді баяғыда біз студент кезімізде сессия апаттан сыйлықтан арғы алыпмайық, қыздарға ерекше сыйлық сыйлағымыз келіп, өзіміз режиссер, актерский данный болғандықтан өзімізше бірдеңелерді шығарып істеп, қыздарға пародия жасап сөйтетін сендерде сондай бар ма? Бізде де бар ондай пародия жасайтын, кішкене әзіл қой жағына КВН ойнайтын балаларымыз бар араларымызда. Өзіңізде студент болғасын білесіз ғой, группада бір қуатын балалар болады, сосын серьезный андай балалар болады, кішкене былай группаны жинап отырады, тәртіпке шақырып отыратын балалар болады, қойсаңдаршы деп ақын балалар болады, жылай беретін біреулер. Әркім өзінікін, кімнің қолынан не келеді, сол соны бүкілін біріктіреміз да, сосын қыздарға көрсетіп береміз. Мысалға пародия жасайтын жігіттер пародиясын айтады, өлеңдер өлеңін арнайды. Сөйтіп бір шағын концерт шығады. Наташа, вот смотри, самое интересное время – это студенческие времена, да? Смотря у кого, ты знаешь? Смотря на каком факультете. А ты помнишь свои студенческие времена? Я помню, мне было очень тяжело. Ну, конечно, за тобой бегали, наверное. Нет, я учила английский язык днями и ночами. Ребят, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как ваши родители относятся к вашему выбору профессии? Потому что профессия все-таки творческая. Творческие профессии, ну, говорят, как-то вот тяжело там заработать. Как у вас обстояли дела с выбором профессии? И родители вас поддержали или же все-таки предостерегли? Басында мен осында оқуға келем дегенде, кішкене нелер болған, қайтесің ондай ол жаққа барып деген сияқты. Ертең сен текке өнер адам болғасын, соңына дейін жетпейсің деген сондай ойлар айтты да. Кейін мен өзім осы оқуға түсем деп өзім тұрып алдым да, осында келіп түскеннен кейін қазіргі таңда үйдегілерім қарсы емес. Қайта мақтаныш тұтатын шығар. Қайта мақтаныш тұтады, мен анда жүрмін, мында жүрмін деген кішкене олар нетеді, қолдап отырады, балам осы оқып жатыр екен деген сияқты. Ал басында қарсы болатын кішкене. Қош. Иә, негізі көп адамдар ойлайды, мына өнер иелері, олар актерларда әсіресе андай жүріп қалған, сол сөздерін жаттайды да сахнаға шыға салады. Сондай деп ойлайды. Ал негізі шынына келгенде өте қиын мамандық, өзіңіз де білесіз. Ал ата-анам кішкене еркіндік берді. Өзің біл, ертең өзіңнің нан табатын, өзің отбасыңды асырайтын дегенсін. Негізі менде екі таңдау болды. Кішкентай кезімнен әкешім музыка мектебіне берді, баян класына. Сосын баян класында оқып жүріп, актерлыққа қызығып жүрдім бірақ. Енді жігітке жеті өнерде аз дейді ғой, баянды да оқып алайын дедім. Баян тартам деп. Иә, шығып кететін кезде. Сен шоколад істейсің, баян тартасың. Сол музыка мектебінде оқып жүріп, сол мектепте жүргенде сол КВН-дерден басталды қызығушылық, одан әрі қарай дами берді. Ең бастысы ата-анам қарсы болған жоқ, өзің біл деді. Қазір де қарсы емес. Сол ата-анама рахмет, осылай еркіме жіберген. Жақсы, ең бастысы өзіңнің қалауымен келіп істеп оқып үйренгенін жасай, біреудің айтуымен келген нәрседен мен оң дүние шығады деп ойламаймын өзім жалпы. Соның нәтижесі шығар, осында отырғанымыз. Иә, Қуан, сен өзің жалпы КВН ойнайсың. Иә. Көңілді жігітсің. Болашақта өзіңнің командаңмен үлкен сахнаға шығу ой бар ма сондай? Мен негізі КВН ойнадым. Ойнадың ба? Иә, КВН-де ойнағанда білесіз капитан болады. Мен капитан болып көрмегем, андай тек қана әзіл хабарлаушы болады ғой жаңағыдай. Кімнің дикциясы жақсы, кімнің даусы бар, солар әзіл хабарлайды ғой. Сол тек қана әзіл хабарлап қана көрген үнемі. Ал бірақ енді өз командамен шығу деген ондай. Мен негізі КВН-де онша нете бермеймін андай. Дұрыс көре бермеймін. Театр жағын қатты жақсы көремін. Иә, негізінде
мен деп ойлаймын, кейде КВН деген как-то адамды арзандатып жіберетін сияқты. Мен өзім де ойлаймын, бірақ оның барлығы уақытша ғой, енді жаңа. Бірақ ең басты, ең жақсы нәрсе ол жайдарманнан, КВН-нен сахнада еркін сөйлеуді, сол үйренесің. Нені үйретеді деген кездегі айтатын жауабым осы. Еркінділікті, сахнаға еркін жүру, көкірек көзіңді ояту, жеңіл қабылдау. Ал білесіз ғой, жаңа маман, егер де мамандар айтса, ол кезде олар қарсы. Әрине. Не КВН, КВН емес. Жақсы, Қуаныш Ерден. Алтын уақыттарын бөліп келгендеріңе көптен-көп рахмет. Дәл қазір де Наташа дадим возможность гостям, чтобы они передали приветы, пожелания. Ага. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Пожелайте что-нибудь своим близким, родным, друзьям и нашим телезрителям. Ерге баста жүріңіз. Жалпы осы мен бүгінгі күнде сәлем жолдайтыным, ата-анама жолдаймын бірінші, және де өзімнің группалас достарыма, және де достарыма, сыныптастарыма, барлықтарыма, осы эфирден көріп отырған барлық көрермендерге өз сәлемімді жолдаймын. Жарайсың. Қуан, кезек өзіңде, тізге. Сіздерге де көп рахмет, осылай шақырғандарыңызға, сіздерге де творчестволық табыс тілеймін, және бізді жалпы кім көріп отыр, солардың барлығына сәлем жолдаймын. Бәрекелді, ал біз өз кезегімізде Наташа қымбатта көрермендер, бізді алтын уақыттарыңызды қиып, көңілдеріңізді бөліп, өздеріңіз сүйікті тамашалаған бағдарламаларыңызды тамашалағандарыңыз үшін көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Әрқашан 4.0 бағдарламасымен бірге болыңыздар. Дорогие друзья, сегодня мы в очередной раз убедились в том, что не так важна цель подарка и его размеры, как бесценные впечатления, которые он производит. Ведь впечатления остаются с нами на протяжении всей жизни. И где бы вы ни находились, сколько бы вам ни было лет, вы всегда сможете пробудить в памяти приятные воспоминания. Я сіздермен бір сағат көлемінде сұхбаттасып, келген көптеген қызық мәліметтерді жеткізуге асыққан 4.0 бағдарламасына берілген уақыт өкінішке орай осы жерде аяқталды. Келесі жұма күні түнгі сағат 11-де бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған жүргізуші мен Мейрамбек және Наташа. В следующую пятницу, как обычно, ровно в 11 вечера. Не пропустите молодежный телепроект 4.0. До новых встреч, друзья! Сиви қайда? Тұрмын ғой мен. Бояуым өшіп қалған. Тезірек бояндырып алып келіңдер онда. Жүр, жүр. Ойте қыздар, тезірек жұмысты бастайық. Кеттік. Білмеймін сенсіз, не істер едім білмеймін.